До 2020 года из бюджета республики выделят почти 2,5 миллиарда рублей на приобретение транспортных средств, работающих на газе. Такие данные привел глава Башкортостана на пленарной дискуссии в рамках международного форума «Транспорт России», который проходит в Москве. По мнению Рустема Хамитова, объем транспорта на газу можно довести до 10%. Это позволит значительно улучшить экологическую обстановку. Добиться этого показателя глава региона планирует за 5-7 лет. По планам, это позволит снизить объемы вредных выбросов в атмосферу на такую же величину. Бюджетные вливания в эту сферу уже сейчас измеряются миллиардами рублей. Отмечу, законодательство Башкортостана предусматривает 20% льготу от действующих ставок транспортного налога физическим и юридическим лицам на каждое транспортное средство, работающее на природном газе. Для дальнейшего стимулирования льготу планируют повысить до 50%.